Знаете, раньше едешь, вообще просто разруха полная. Сейчас приезжаешь в Казань, допустим, город вообще, все дороги, фонари, новые дома красивые. И так точечно уже большинство городов стали совершенно по-другому выглядеть. И, то есть, налицо явное как бы развитие. Понятно, что еще половина, там, Волгоград какой-нибудь или, я не знаю, там, Пермь приезжаешь, там, ну, вообще после войны разруха. Просто невозможно, там, ни дороги, ничего. Но вопрос к мэрам сразу, думаешь, куда? Там деньги вроде и Лукойл у них есть, и то, и все, а совершенно невозможно тут жить. Наверное, как у... Когда, на Камчатке у нас, да, как вот губернатора посадили. Ну, где-то там, где нашли много тонн денег у человека просто в подвале. Ну, вот. Пора вот это все денежки у них найти уже. Ну, уже процесс пошел, в принципе, это уже нормально. Ну, то есть процесс идет очень позитивный на развитие, то есть, как бы, вот это радует, да.